Давай. Заблудился дедуля? Как он сюда попал? Не знаю. Обыскать его? Не надо. Я здесь из-за девушки. Вы дали мне визитку пару дней назад. Мы их всем раздаем. У тебя до сих пор стоит дедуля? Я насчет конкретной девушки. Ее очень сильно избили. Я думаю, ты пришел не по адресу, дедуля. У этой девушки есть имя? Ее зовут Алина. Алина? А, нет, не припомню. Но по-любому уверен, она отлично отсасывает. Ну что ж, слушайте, я понимаю. Эти девочки, которых вы представляете, я понимаю, что они ваши инвестиции, так что я принес 9800 долларов. Наличными. Ты хочешь дать мне 9000 долларов? 9800 наличными. За что? За ее свободу. Ага. Охренеть можно. Этот старик предлагает мне 9000 долларов всего за одну девку. Должно быть, у нее золотая киска. Ублюдок хренов, думаешь, ты можешь прийти ко мне и купить все, что тебе захочется? Красивых девочек без проблем. Стоит лишь бросить на стол эти сраные деньги. Ты меня оскорбил. Да я прикалываюсь над тобой. Да, но у тебя крепкие яйца, раз ты пришел сюда. Мне это нравится. Значит, 9000 долларов за дерзкую шлюху. Идет. На один месяц. И все. Ты думал, что этих денег хватит? Я на них столько зарабатываю за 2 недели. Она ведь еще ребенок. Я продаю ее как девственницу, да? На нее спрос будет еще очень долго. Забирай свои деньги. Иди домой и подрочи там 9800 раз, а потом возвращайся сюда, и мы поговорим, ясно? К тому моменту она выдохнется. И я отдам ее тебе бесплатно. М? Хорошо. Все, вали, дедуля. Да, пока-пока. До свидания, папа. Гребаный ублюдок. Тупой.